книги, которую с Института Африки, несмотря на, в общем, сложности и препоны, смог за крайне короткие сроки для нашей страны, для нашей системы выпустить. На входе вы можете купить книгу Николая Сосновского, и я хочу презентовать и сказать вам о том, что вышла эта замечательная книга. Прошу вас, ваши аплодисменты. «Культура Растафари». Все-таки эта книга должна быть издана. И для того, чтобы те, кто знал Колю, кому дорога память о Коле, могли иметь ее. Вот здесь сзади фотография Коли есть. И для того, чтобы была восстановлена справедливость в том смысле, чтобы книга Коли, это на самом деле очень серьезное научное произведение, которое в то же время написано достаточно понятным языком, чтобы его могли читать не только профессионал. Так вот, справедливость в том, чтобы книга Коли стала достоянием науки, чтобы Коля получил то признание в науке, которого он заслуживает. И совсем уже заканчивая свое выступление, и благодаря всех еще раз организаторов этого мероприятия, всех тех, кто пришел, я хотел бы подарить эту книгу Герберту Моралесу, человеку, который, этот экземпляр книги, который много лет дружил с Колей, насколько я знаю, тоже был очень близок к Коле. Может быть, вы тоже скажете пару слов. Вот, пожалуйста. Аплодисменты. Я тогда вам уступаю место микрофона. Я надеюсь, что мы все получим большое удовольствие от сегодняшнего мероприятия и будем помнить о Коле еще очень-очень долго. Спасибо еще раз всем. Дмитрий Бондаренко, еще раз аплодисменты. У меня мало слов, потому что все в чувствах. Я очень любил Николая Сосновского, Колю нашего любимого. Сначала я познакомился с его кандидатской, потом мы с ним встретились, и у меня остался его образ. Был концерт в клубе, посвященный Бобу Марли, и он вышел на сцену и чуть-чуть рассказал про культуру Растафари. Все бы замечательно, все бы ничего, но огромный портрет Александра Аркадьевича Галича висел в этом зале. И, не в этом зале, а вот в том зале, где он выступал. Это был такой нонсенс. Растафари, Галич, Боб Марли. И он был такой счастливый. И он у меня остался вот таким счастливым, каким вот я его тогда запомнил. И он у меня вот теперь тоже как-то вот где-то рядышком с Александром Аркадьевичем Галичем. То есть художник, близко к художнику. Очень я благодарен Николаю Сосновскому за то, что вообще вот он нам так много помог, россиянам, потому что мы ничего не знали, кроме песни «Регги в ночи», и вообще, что такое регги, что такое растакультура. И когда все-таки мы вдруг обнаружили, что среди нас есть человек, который знает эту культуру, который написал кандидатскую, для нас это было большое счастье. Вот, я передаю просто вот большие лучи солнечного добра, счастья, любви этому замечательному человеку, великолепному человеку, изумительному человеку, очень доброму, очень счастливому, который передавал нам счастье, Николаю Аркадьевичу Сосновскому. Спасибо ему, большое спасибо. Мы рады вас приветствовать. С вами группа «Солеги». Так что... Нас чуть-чуть по-другому. Раз. Мы будем танцевать. Поэтому всем вы готовы? Вы готовы? Скажите громче, вы готовы? Так что поехали. Despacer, une fois pour aller danser pendant.
это всегда, скажем как, способ или возможность показать любви. Вот, любви, которой очень сегодня не хватает. Дорогие друзья, давайте через этот фестиваль выращиваем настоящую любовь. Не примитивную любовь, там, сексуальную и так далее. Настоящую, знаете, которая в сердце, в душе. Спасибо, что позвали. Вот, я надеюсь, я вам не замутил моими лирическими отступлениями. Я сегодня я предоставляю слово нашему, нашей звезде африканской вообще культуры сейчас в Москве. Итак, дорогие друзья, спасибо, что слушали, и до встречи. Аплодисменты еще. Встречаем Джагу Самбу. И Талю. Аплодисменты! Джага, Джага, молодец! Сейчас, подойди секунду, микрофон. А Калю вам где, спрятался? Так что, давайте. Поехали. Окей, тогда сейчас пока Джака расскажет о себе. Это мой второй раз. В прошлом году участвовал, в этом году второй раз. Но тут нужно рассказать немножко об инициаторе этого фестиваля. Паша Африканда. Его так и называют, Паша Африканда. Раньше я с ним играл в группе, которая называется «Африканда». Это не барабанная группа, а музыкальная группа, которая занималась африканской музыкой. И до сих пор мы дружим. Поэтому он меня, не только меня, а моей школе пригласил сегодня. Добрый вечер. И давайте путешествовать в Африку. А Кристиан сказал только Джага, а должен был сказать Афродром, наша группа. Аплодисменты.
скажем так, как-то в России трудновато с этим обстоит дело. Марафон движения. Да, хотелось бы, оно было более популярное. Но я думаю, что есть люди, на которых можно опираться, в том числе и коллеги Ж, кто будет продвигать это движение в российские массы. Потом, потому что есть африканский мизик. Очень трудно. Почему трудно? Ты приехали ко мне. Я знаю, вот это прямо. Ты не уходи прямо. Ты уехал в другое место. Там налево, направо, налево, направо. А потом ты говоришь, а я музыкант, я барабанщик, я барабанщик, я профессиональный. Есть школа. Тебе какой школа? Ты не была никогда ни скучись, ничего. Просто ты смотри интернет. Меня зовут Андрей Богданов, я участник коллектива «Три кита». Мы сегодня играем на фестивале «Африка Москва» среди просто замечательных групп, и не только из Москвы, и не только из России. Из Африки. Из Африки. Мы с парнями играем на разных барабанах, разных перкуссионных инструментах, иногда кричим, иногда топаем, иногда поем, иногда задействуем зал. Так, на чем остановились? А, скажите честно, ребята.
честно, держа руку на пульсе, как говорят. Кто вас научил так играть на барабане? Не Джага, не Калю. Вот, я хотел в двух словах рассказать вот про ребят, которые сидят слева и справа от меня. Вот, Андрей Богданов, руководитель школы Сандрамс, африканские барабаны, праздник жизни на Курской, находится его школа. Вот, слева от меня сидит Константин Шведов, школа Drum Train, еще один праздник жизни на Павелецкой. То есть просто вот все Садовое кольцо оккупировано разными школами. Я сам веду проект «Кажамуна». Это имеет отношение к телесной перкуссии, то есть когда я и мои ученики откладываем любые инструменты и начинаем играть на себе, не буду играть на себе из-за микрофона, но в целом это тоже весело, это все про ритм. Вот, и еще, что нам хорошо дается, это вовлекать, я имею в виду всем нам троим, это вовлекать людей, которые совершенно не умеют играть на барабанах, вот в это ощущение ритма, вот это ощущение потока, я думаю, что за это нас люди любят, и, ну, периодически мы ведем дальше какие-то корпоративные события, связанные с тем, чтобы всем раздать инструменты, всем вместе зажечь. Вот люди там вообще ничего не умели, а через полчаса они уже просто откладывают инструмент с ощущением, мы крутые барабанщики. Может быть, имеется в виду, во-первых, какие-то наши выкрики, типа «хоп» или «вах». И это тоже, да. Ну, что-то, может быть, как бы мы живем в мультинациональной стране, многокультурной, наверное, это тоже где-то у нас есть, хотя этими выкриками мы хотим просто задорить публику, добавить что-то от себя. А потом мы играли ритм 6-8, конечно, он есть в разных культурах, но он часто связывается именно с кавказскими ритмами. Чистую лезгинку мы не играли еще, но обязательно ее как-нибудь сыграем, строим, обработаем по-своему, совместим с африканским ритмом, потому что нам нравится именно соединять такое несоединение. Если мы сейчас смотрим на современный джаз, ну вообще на тот джаз, который представлен в мировой культуре, то мы несложные, ну, способ несложных умозаключений можем понять, что джаз — это европейская гармония, помноженная на африканский грув, на свинг, вот на то, что мы сейчас с вами слышим, потому что это вот такая площадная африканская музыка. То есть идея моего фестиваля — привести в Россию не форму как таковую. Форма, она понятна, да. Ощущение, потому что за формой, за этой музыкальной, да, стоит чувство, которое очень важно для нас, для вас, для всех, собственно, это чувство важно. Потому что концерт, настоящий концерт, это ощущение катарсиса. Либо мы с вами проходим этот Рубикон, либо мне. А сейчас перед вами выступит коллектив, который никогда не выступает на больших сценах. Вот это вот самое замечательное. Вот. Хочу вам рассказать о том, как я познакомился и что меня связывает с теми людьми, которые сейчас выйдут на сцену. Вашему вниманию представляю группу из Марокко, друзья, из Марокко. Los Morenos, друзья. Да, ребята работают в своих ресторанах. Когда я услышал, как играет одна на гитаре и поет, я говорю, ты закончил высшее учебное заведение музыкальное, как что? Он говорит, да нет, брат, это брат показал, и все. Музыка, поехали! Los Morenos. Микрофон больше, сделайте громче, конечно, видно. Его не слышно, на сцене вообще нет. Раз, 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 два. Раз, еще. Нет микрофона, голос. Давайте, раз, раз, два. Видно.
черную линию, пожалуйста. А. Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Estaba en una vez sabana, porque me despreciaron por eso. No te floro, no llorar. Ese amor llega así, de esta manera. No tiene la culpa. Amor de compra linda, amor de mi pasado. Ven, 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 ven. Bombo de hoy, bombo de ya, porque mi vida yo la dejé vivir así. Bombo de hoy, bombo de ya, porque mi vida yo la dejé vivir así. No tiene color. Porque me vida la fortuna de destino, y la destino se encuentro sin nada. Значит, сегодня у нас наш фестиваль посетило много известнейших людей. Да? Кто сегодня был? Очень многие были. Герберт Моралес был. Да, Герберт Моралес. Дмитрий Бондаренко был? Еще один. Был, да. А Иван Шаповалов был у нас? Пока нет. Нет, в зале Иван Шаповалов. Спасибо, друзья. А сейчас, друзья, на сцену приглашается группа Kimbata. Danser, à danser. Maria Carandolo cookie sandwich. Maria Carandolo cookie sandwich. Maria Carandolo cookie sandwich. Maria Carandolo cookie sandwich. Вот это восторг, вот как бы чувство счастья, вот это важно. Эмоции, да, которые вот ее можно схватить где-то там, запечатлеть, но, в общем, это magic. То есть Николай это вот, смог запечатлеть тогда. Поэтому я лично пока книги не читал, потому что книга вышла буквально 2 дня назад. Сегодня Герберт Моралес получил первый экземпляр. Вот. Гера был другом и, можно сказать, ну, учеником Николая Сосновского. Вот. Поэтому я думаю, что это... Это книга, которая сейчас уже готовится к переводу на английский язык, на французский. То есть прошло несколько недель, а есть уже такой интерес к его труду. Культура Растафари. Ну что за этим стоит? Думайте сами. А вернее, лучше прочитайте книгу. Пожелания. Пожелания?
А пожелания очень простые, чтобы как бы ваша жизнь ни складывалась, вот, всегда возникали люди, которые вас готовы поддерживать. Ну, то есть независимо от того, что вы переживаете в данный момент. Ну, вот. Думаю, что фестиваль удался. Сами слышали, сколько групп играли, да? И насколько публика понравилась, я думаю, что хорошо прошел опять этот день. Вот, тем больше, надеюсь, будут такие мероприятия, организовать такие фестивали. Я думаю, что людям больше и больше понравится. Друзья, поздравляю вас с открытием фестиваля. Желаю, чтобы он собирал вас много-много лет.